Чтобы в период оттепели не было большого скопления талых вод, в Губкинском вывозят снег с улиц и дворов. Это одна из главных задач для коммунальных служб, управляющих компаний и предприятий в этот период. Как сообщает начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Александр Орехов, на данный момент с начала сезона на полигон уже вывезено более 24 тысяч кубометров снега. Полигон твердобытовых отходов, значит, он работает почти в круглосуточном режиме, принимает снег. Еженедельно мы проводим совещания по пятницам, в том числе, значит, особое внимание уделяется уборке снега с придомовых территорий. То, что касается жилищного фонда, хотелось бы обратиться к жильцам дома, чтобы с пониманием относились к объявлениям, которые, значит, управляющие компании вывешивают для уборки снега, убирали свой личный транспорт, который мешает, значит, выполнению этих задач. Очисткой кровель и придомовых территорий от снега и наледи занимаются управляющие компании. Почищено нашей управляющей компании 74 дома, но учитывая то, что транспортные средства, которые стоят вблизи кровель, не представляется возможным качественно это произвести, поэтому приходится по несколько раз убирать сосули и оставшийся снег с крыш. Там, где не получается, ну, надеемся, все-таки подгоняем АГПшку, подгоняем вышку и физически уже, будем говорить, ловим снег, собственно, чтобы не травмировать автомобиль. Сегодня рабочие этой управляющей компании очищали от снега и наледи кровли домов 6 и 11 микрорайонов. Городские и центральные улицы, а также внутриквартальные проезды от снега расчищают дорожники. Как говорит исполняющий обязанности начальника компании «Автодорсервис» Эдуард Лавренюк, убрать и вывести снег важно до наступления теплой и солнечной погоды. Поэтому дорожники вывели почти всю коммунальную технику. При очистке проездов, значит, используем грейдера, которые более эффективно снимают уплотненный снег. Также необходим погрузчик для дальнейшей погрузки данного снега в самосвалы. На линии сегодня 5 самосвалов, 2 амкадора, 2 грейдера. В настоящее время уже вся улично-дорожная сеть города очищена. Сейчас мы приступили к очистке внутриквартальных проездов в микрорайонах города. Как отмечают представители дорожной службы, противопаводковые мероприятия в городе будут продолжены. Елена Канина, Илья Квасов, новости Губкинского.